Так, всех приветствую на своем канале, канале Натальи Качановой. Хочу поделиться сегодня покупками с сайта Simoland. Да, я уже ранее оповещала вас, что мы закупаемся там иногда, да, периодически. Вот, и значит, сегодня у нас пришли очередные покупочки. Немного, но все же. Значит, что у меня здесь? Это я вот так вот как-то так бегом-бегом, и так получилось, что я взяла вот такие вот пакетики. Они такие большие. Здесь, наверное, полметра они только длиной. Вот такие вот пакетики. У меня получилось вот, ну, красивые, красивые зимние такие вот, да. Вот, вот прям настоящая русская зима. Олени. У меня 5 штук. Не знаю, что сюда буду ложить, но я думаю, они мне в хозяйстве пригодятся. Не, может быть, в этом году я их буду использовать, может быть, в следующем. Они нам пригодятся. Так, значит, что мы выписали с сайта Simoland? Это у нас небесный фонарик. Так, здесь на русском языке нет ничего. Вот, ну, вот такой вот красного цвета и желтого цвета. Это небесные фонарики. Мы их запускаем в новогоднюю ночь с 31 на 1, 12 часов ночи. Мы вообще обожаем вот эти вот наши... Ой. Обожаем вот эти вот небесные фонарики. Ну, вот две штучки взяла на пробу, потому что с сайта Simoland я еще их не брала. Впервые беру. Вот. Ранее я заказывала их, но заказывала в другом месте. Сейчас там, ну, в силу каких-то обстоятельств я не заказываю на том сайте. Здесь вот, ну, посмотрим, как они у нас полетят. Дальше. Дальше у меня, значит, получился это дождик. Да? Дождик мы взяли такой. Ну, он хорошо распутывается, поэтому, получается, мне пришли два одинаковых. Два одинаковых дождика мне положили. Вот, я их закину на елочку. Так, потом, что дальше? Гирлянда. Вот в такой вот красивой упаковке. Вообще супер упаковка, конечно, красивая такая. Она реально презентабельная такая, да, интересно, она возьми праздник с собой, гирлянда. Первый раз покупаю гирлянду в такой красивой. И, насколько помнится, гирлянда всего лишь 109 рублей. Смотрите, 3 метра. 3 метра, да? Можно, между прочим, нам ее заодно сразу и протестировать, посмотреть, как она будет гореть. Уважаемые мои жители, Вань, принеси, пожалуйста, мне этот, скажи мне, удлинитель. Так, да, вот сейчас мы ее протестируем. Удлинитель в комнате есть. Так, дальше мы выписали фейерверк, тюльпан. А, между прочим, на сайте Simoland можно посмотреть каждый фейерверк, как он работает. Вот. Здесь получается 9 залпов. Да. 9 залпов. Вот такой вот красиво. Мне понравилось. Около 300 рублей всего лишь по цене он вышел. Там мы на Новый год запустим. Так, открой, пожалуйста. Помоги мне. Открой, пожалуйста, вот эту коробочку. Так, потом мы приобрели хлопушки с Новым годом. Такие вот хлопушечки. Детям они понравятся. Они безопасные, абсолютно безопасные хлопушки. Да, очень хорошо их запускать. Тогда еще тут вот мне... Сколько их? 4 штучки, что ли? 4 штучки. Такие вот хлопушечки. Далее. Бенгальские огни. 2 упаковочки. Так, вот такие вот бенгальские огни, 2 упаковочки. Так, 10 штучек, да? Вот. И... Угу. Так, а можно мне этот показать вот сюда? Так. А, это работает... А, есть переходник. Получается у нас, смотрите, гирлянда у нас получается вот такие вот со звездочками. И здесь получается переходник. То здесь можно их включить уже даже от ноутбука. Вот, ну хорошо, у нас есть в наличии переходник вот такой. Сейчас мы включим, посмотрим, как работает.
Ага. Очень красиво и ярко все работает. Все, вот такие вот яркие, разноцветные. 100 рублей. Вообще шикарно. Очень красиво. Это у меня плохо. Это у меня этот удлинитель такой. Не айс. Так, вот такая штучка, значит. Да, фейерверки вам показала. Вот этот вот тюльпан. Так, и еще в подарок у нас мы взяли, это для племянниц. Да, это куколки. Вот такие вот очень красивые куколки с прическами. Здесь платьишки. Они, между прочим, тоже недорогие. Около 200 рублей всего лишь вышли. Вот две упаковочки. Такие вот красивые. Красивые две упаковочки. Вот, это на подарочки племяшкам. Вот. Вот такие вот мы, значит, покупочки совершили в этот раз. С сайта Simaland. Вот такая вот красота. У меня две елки в доме. Одна в зале стоит, вторая на кухне. Которая на кухне, у меня там нет гирлянд. Сейчас я их, вот эти гирлянды туда, вот эти вот цветочки, я их туда повешу. Вообще красота, конечно. Очень здорово. Ладненько, все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не хочет у меня этот удлинитель работать. Вот, ну и пока-пока.